Итоги визита в Москву. Приднестровская делегация накануне вернулась из России. Были встречи в Минздраве, Минпросе и Россотрудничестве. Одна из главных целей поездки – обсудить вопросы медицины. Говорили о лечении приднестровцев, повышении квалификации врачей. Подробности от министра здравоохранения Кристины Албул. Кристина Валерьевна, мы знаем, что по итогам встреч в Москве договорились о том, что приднестровцев продолжат лечить в медцентрах Российской Федерации, и в первую очередь детей. Речь о высокотехнологичной помощи, которую у нас в Приднестровье не оказывают. Расскажите, пожалуйста, что это за помощь, кому она будет предназначена и за чей счет? Это в основном онкологические пациенты, это нейрохирургические пациенты, то есть это те пациенты, которым не может быть оказана медицинская помощь на территории нашей республики, либо в близлежащих странах, с которыми мы взаимодействуем, эти пациенты будут направляться в федеральные центры Российской Федерации, где им будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет бюджета нашего государства. Будет работать и телемедицина. Это когда онлайн проводят совместные консилиумы российских и приднестровских врачей и ставят диагнозы, назначают лечение, вплоть даже до ведения или участия в операциях. Вот расскажите, как это будет и что это даст нам? В рамках нашего взаимодействия с Российской Федерацией мы тоже обсуждали возможность подключения приднестровских специалистов, то есть наших республиканских учреждений, к официальному каналу связи, то есть телемедицина. Когда консилиумы будут проводиться между специалистами федерального уровня и специалистами наших лечебных учреждений, будут консультироваться пациенты, выставляться диагноз, определяться тактика лечения, рекомендации, и уже при необходимости госпитализации в клинике Российской Федерации такие пациенты уже в полной готовности будут направляться на лечение за пределы, то есть федеральные центры Российской Федерации. Мы сейчас работаем над соглашениями с рядом лечебных учреждений и в том числе с соглашением на уровне Министерства здравоохранения и Министерства Российской Федерации. Повышение квалификации наших врачей. Об этом в Министерстве науки и высшего образования России тоже договорились. Вот расскажите, какие наши медики смогут учиться там? В каком формате это будет, онлайн ли будут выезжать? Наши специалисты уже имеют возможность повышать уровень своих знаний в клиниках, в лучших клиниках Российской Федерации. Это и Москва, и Нижний Новгород, куда наши специалисты либо выезжают, и это стажировка на рабочем месте, либо переподготовка, либо сами курсы повышения квалификации, либо предусмотрен комбинированный формат обучения, то есть дистанционно, либо дистанционно и пребывание доктора непосредственно на базе клиник Российской Федерации. Российская сторона предыдущие годы принимала наших специалистов и обеспечивала полностью процесс обучения за свой счет и проживание, да, в том числе наших специалистов. И есть при этом же соглашение с Нижним Новгородом, когда государство оплачивает обучение наших специалистов на базе Приволжского института. Сейчас обсуждается стажировка наших специалистов в течение 2 недель по различным направлениям. Самые крупные лечебные учреждения предоставляют свою базу для данной стажировки. И более 60 врачей, специалистов различных направлений смогут поехать в Российскую Федерацию, то есть в Москву, и повысить свою квалификацию. Здесь и онкологи, здесь и хирурги, лор-врачи, есть в том числе и педиатры, анестезиологи, стоматологи в том числе могут повысить свою квалификацию. В рамках визита удалось обсудить возможность приезда бригады врачей-хирургов, онкологов на территорию нашей республики для того, чтобы обучить наших специалистов работе на том оборудовании, которое у нас есть. Потому что оборудование, которое имеется в наличии, оно используется не в полном объеме. И вот специалисты Российской Федерации, они готовы научить и показать все возможности того оборудования, которое у нас есть. Плюс российские хирурги-онкологи готовы помочь нашим специалистам в определенных сложных случаях, оперативных вмешательствах, когда они будут подключены посредством видеосвязи в операционной и помогут нашим специалистам проводить те или иные оперативные вмешательства. Когда приднестровцы почувствуют, что качество медицины выросло? Министерство здравоохранения и в целом государство прилагает все усилия для того, чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи на территории республики, а если это невозможно сделать здесь, то направить на лечение за пределы наших граждан Приднестровской Молдавской Республики.